Эй, привет, ребята! Надеюсь, вы хорошо провели лето. А вы знаете, когда отмечается День знаний? Это 1 сентября. Раньше на Руси этот день считался началом Нового года. Но Петр I перенес новогодний праздник на январь, а первый день учебы решили оставить в сентябре. Особенно празднику радуются те, кто в этот день первый раз идет в школу. По традиции на торжественной линейке звучит первый звонок. А еще у первоклассников появится карточка «Москвенок». Она станет пропуском в школу и поможет пообедать в столовой. Этот праздник не только для школьников, а еще и для родителей и всех учителей. Твой учитель всегда придет тебе на помощь, подскажет и научит. Добрый путь, друзья! Ведь успех начинается здесь! Больше интересной информации на портале «Школа Москва».